От маленькой семечки до всеми любимого бренда. Рапсовое масло «Зериха», насыщенное омегой-3 и 6, давно сыскало популярность у белорусов. Сейчас завод с экспортным брендом «Рафини» осваивает новые рынки Азии. И вполне успешно. Вьетнам – многообещающее направление. Сейчас бобруйское предприятие только прощупывает почву, отгружает по несколько контейнеров в месяц на пробу потребителю. Однако уже есть договоренности с февраля увеличить поставки до 1500 тонн. Этот рынок не объятный, там было бы желание, были бы возможности, и работать очень будет, я думаю, плодотворно и успешно для всех нас. Экспортируем не только бутилированное масло, мы экспортируем и весовое масло, и нерафинированное масло. Мы экспортируем еще такие отходы производства, как жирные кислоты. О качестве нашего бренда за границей знают хорошо. Марка «Шалом» нашла поклонников и постоянных покупателей в Израиле. В месяц предприятие отгружает до 40 контейнеров. Масло прошло все этапы строгой сертификации кошерности. Одна из важных особенностей – продукт не контактирует с человеком. Весь процесс от отжима до розлива проводит автоматизированная система, а специалисты задают программу и следят за исправностью. Вводим красящие вещества, кислоты, фосфоросодержащие вещества из масла. Но при этом у нас остается витамин Е. В год завод способен выпускать до 22 тысяч тонн качественного масла без ГМО и консервантов. Ассортимент – 20 наименований. За 2021 объемы производства здесь увеличились почти в 3,5 раза по сравнению с 2020. По предварительным итогам последних 9 месяцев почти 7 тысяч тонн продукта. Избавлять обороты здесь не собираются. Санкции на работе нашего предприятия не отразились. Мы как работали со своими партнерами, в том числе иностранными, так и продолжаем работать. Если рассматривать в целом реализацию, то она делится приблизительно пополам. То есть половину продукции мы поставляем на экспорт и половину на внутренний рынок Республики Беларусь. Бобруйский завод растительных масел – старейший в отрасли. Торговые марки неоднократно признавались лучшими товарами республики. По итогам социально-экономического развития города за 2021 предприятие – одно из ведущих. В планах на будущее не только расширять географию, но и продолжить поставлять белорусам качественный продукт. Карина Гуревич, Максим Галенко, Бобруйск, 360.